У Беларусі поўную хаду ідзе кампанія супраць усяго заходня, розных там ЛГБТ ды чайлдфры, толькі традыцыйныя сямейныя каштоўнасці, больш нараджайце дзяцей, а гадаваць дзяржава дапаможа. Ідэолагі нават праект праводзяць адмысловы. Быць мамай крута. Праходзіць ён пад эгідай Беларускага саюзу жанчын, Міністэрства адукацыі, Міністэрства аховы здароўя і медычных цэнтраў. У сакавіку і пачатку красавіка ідэолагі з медыкамі наведаюцца ў вышэйшыя навучальныя ўстановы, дзе распавядуць пра аптымальныя тэрміны цяжарнасці і праблемы адкладзенага мацярынства. І лукашэнкаўская пракуратура нібыта выступае ў абарону дзяцей. Нават адказнасць за недагляд хоча ўзмацніць. Атрымала дзіця траўмы або, не дай бог, загінула, пакараюць бацькоў. Пакуль толькі адміністратыўна. То бок, калі дзіця трапіць пад машыну, то бацькоў могуць аштрафаваць і нават пасадзіць на судні. І калі это прыжывецца, то пракуратура не супраць увядзення і адказнасці крымінальнай. Вось і нараджай тут. Хаця сам Лукашэнка не адзін раз заклікаў да шматдзетнасці ў сем'ях. Смеюцца дзяўчонкі, вы запамінайце і запісывайце на руке. Я же сказал, двое ваших, третий мой. Тут Лукашенко ставит знак ровности помеж собой и державой. Рыхтык, как французский король Людовик XIV. Держава – это я. И так лечит не только Лукашенко, так лечит и ягонные пропагандисты, да и шмат кто еще из ягонных прихильников. Люди, выходящие в августе 2020 года на улицу, получившие квартиры от государства, выходили против этого государства. То бок льготами повинны користаться только прихильники Лукашенки. Гэтую думку развівае шматдзетная мама, настаўніца сталічнай гімназіі Інга Машэй, якая ў 2023 годзе зрабілася фіналісткаю конкурсу прыгажосці «Краса Беларусі 2023». Спустя некоторое время обращаются к врачам государственным и ждут помощи от этого же государства, которое, в котором они живут и которое, может быть, им и не нравится. С такой логики отримовывается, кто супраць Лукашенки, автоматично становится ворогом державы. Что ж такого натворили эти люди? Родители тех семей, которым государство дало квартиры. Которым оно должно. Должно. Они вышли и гуляли там, где-то на улице Притыцкого. Шпацировали по улице Притыцкого. Якое страшное злочинство. До речи, сам Сергей Притыцкий выступал супраць свою державы. Нават стрелял на суде у доносчика. Але же это інше. Там держава была польская, значит неправильная. Тим больш заходнє. Захад з його гуманними методами виховання для лукашенкоўцев зараз ворог. Тому й захліснули Беларусь показальне затримання підлітків і показальне суди над ними. Молодь затримлюючи судять у ліцеях, коледжах і навіть школах. Никакой ювенальной юстиции мы никогда не допустим здесь в стране. Никогда в жизни. Вот этой грязи европейской и мерзости. Они нам постоянно это тыркают и пытаются внедрить. Вот такие методы выхования повинны быть у школах, поводле былого милицианта и теперешнего депутата. Был классный руководитель у меня, учитель истории. Вот с такой длинной деревянной указкой. Он ходил, значит, брал эту указку, 90-е годы. Очень интересная публика сидела со мной в классе. Берет указку, как даст по голове. Тут аж некоторые удельники телешоу бурылися. Олег Гайдукевича подтримал телеведовца. Я тоже учился в конце 90-х. Не больно. И тоже учитель мне врезал. Папа мог меня ударить там ремнем по, простите, за одному месту. Я все это прекрасно понимал. Вот тому и калечат теперь молодых людей. Причем калечат не только морально, але и физично. Кольки уже лёсы взломали. Але вось послухайте, что каже Гайдукевич. У нас МВД самое доброе в Европе. Я всегда говорю, когда кто-то начинает критиковать наше законодательство, добрее МВД нету. Оно слишком мягкое, слишком доброе, слишком церемонится. Пистолет не достает. Як тут не згадать вядома анекдоту про Ленина? Погладил Ленин хлопчика по голове, а мог же и бритвочкой по горле. У 2020 годзе мы побачили выники выхования с допомогой дяги и указки. І да гэтага часу працягваем назіраць. Такое выхаванне пасля выліваецца ў агрэсію і жорсткасць да іншых людзей. Асабліва, калі такі выхаванец атрымоўвае хоць нейкую ўладу над людзьмі. Разумныя, добрыя, адэкватныя людзі могуць вырасці толькі ў сем'ях, дзе кіруюцца любоўю і павагай да кожнага чалавека. Дмітрий Лупач, Белсат.